В Южноуральском государственном университете прошло открытие фестиваля «Успешный абитуриент», где школьники и их родители узнали, какие возможности представляют будущим студентам вузы нашего города. Цель проекта – познакомить школьников с университетами города, оказать информационную поддержку и помочь определиться с будущей профессией. В дальнейшем каждый участник просветительского проекта «Успешный абитуриент» сможет узнать, как работает университет и задать интересующие вопросы, а также получить приглашение на встречу в интересующие вузы. Со своей деятельностью старшеклассников ознакомили не только представители ЮРГУ, но и Челябинского государственного университета, Южноуральского государственного медицинского университета, Южноуральского государственного аграрного университета и Челябинского государственного института культуры.